Я работаю уборщиком. Обчищаю музеи и так далее. В следующую пятницу на аукцион выставят колье. Колье принадлежало Марии Антуанетт. Мы украдем его. Вы зайдете со швабрами, а выйдете с миллионами. Есть вопросы? Ну а что же будешь делать ты? Кто я? Покупать это колье. Я любил читать в твои годы. Эту книгу дал мне твой дед. Тебе понравится. Арсен Люпен, джентльмен-грабитель. Смотри, что покажу. Преступник считает себя Люпеном. Его подход, кураж, почерк, талант. Что дальше, Д'Артаньян, три поросенка? Оригинальный сериал Netflix. Я 25 лет считал своего отца вором, я с этим вырос. От режиссера иллюзии обмана. Он поймал отца 25 лет назад. Вперед! Отпустите! Я отомщу Пеллегрини. Все это просто игра. Игра по правилам, которые установил я. Как я и предполагал. Знаешь фокус с наручниками? Какой фокус? Вот такой. Вы недооценили меня. Ведь не всмотрелись. Вы меня увидели, но не всмотрелись. Не буду спрашивать, что делал. Ничего особенного. Как же. А! Так ведь лучше? Спасибо. Люпен. Озвучено Flaro Films специально для канала в рейтинге.